Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас с вами гороскоп на 27 марта 2020 года. Это четвертый лунный день. День концентрации внимания на истоках и на своем прошлом. Хорошо сажать деревья в этот день, как символ корней рода. Также сегодня день воспоминаний о прошлом и поминовения усопших. Также сегодня необходимо разговаривать, именно выговориться, петь, кричать для снятия всевозможных блокировок. Сегодня Луна пребывает в знаке зодиака Телец. Спокойство и уверенность во многом будут зависеть от стабильности, нужду, в которой сейчас не так уж легко и удовлетворить. Основная задача – найти в себе чувство уважения к самому себе и не искать эту стабильность в материальных ценностях. Как вы примете себя таким, как вы есть, вам тогда и будет легче найти отражение этой стабильности в окружающем мире. Растущая первая фаза Луны. Хирургические операции не рекомендуется проводить на растущей Луне. Сны этих лунных суток исполняются. Если вам приснились ваши родители, вам необходимо проанализировать, какие проблемы вы от них унаследовали. Хороший день для начинаний. Планы и проекты будут реализовываться. Также день хороший для построения бизнес-контактов. Хороший день для работы с финансами. Но касательно выяснения отношений, совершенно этот день не годится для ссор и выяснения отношений. Касательно бракосочетания, то лучше это событие перенести на другой день. Также сегодня прекрасный день для зачатия ребенка. Ребенок будет нежным и домашним любимцем. Что касательно ухода за волосами, если вы не хотите лишить себя прекрасных возможностей в карьере и в личной жизни, не стоит сегодня стричь волосы. В противном случае вы рискуете отпугнуть фортуну. Этот день работы с голубой или синей свечой, так как именно эти свечи являются символами горловой чакры. Прожигая их, вы научитесь не только облекать свои мысли и слова, но и сможете наладить контакт или разговор с окружающими людьми. Если вы давно не можете признаться кому-то в своих чувствах, то носите украшения с бирюзой. Лучше, конечно же, чтобы это были бусы или подвеска. Этот камень поможет вам снять блок и рассказать то, что у вас накипело. Далее общий гороскоп на 27 марта 2020 года. Сегодня вам нужно быть осторожнее, особенно с новыми проектами и начинаниями. Кажется, что добиться успеха будет легко, но на самом деле придется приложить много усилий, и сегодня вероятность ошибок очень высока. Хорошо, если рядом будут опытные и знающие люди, готовые поддержать вас, дать советы и поделиться опытом. Можно обсуждать любые важные вопросы. Удастся достичь компромисса, найти решение, которое устроит всех. Также сегодня возможны приятные новости и интересные предложения. В этот день полезно учиться и расширять кругозор. Любая полученная информация вскоре пригодится. Вероятны сегодня и денежные поступления. Далее, друзья, у нас гороскоп на 27 марта для каждого знака зодиака. И мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, в начале дня много времени могут у вас отнять бесполезные разговоры, обсуждение того, что вам совсем не интересно. К тому же вам придется иметь дело с людьми, отношения с которыми у вас в последнее время складывались не лучшим образом. Постепенно ситуация будет меняться, будут открываться новые возможности. Также появляется сегодня шанс справиться с каким-то очень важным и сложным делом. Не исключены и денежные поступления. Гармонично складываются отношения с близкими, и найти общий язык будет сегодня нетрудно. Вероятны романтические свидания и любовные признания. Далее гороскоп для знака зодиака Телец.
Уважаемые тельцы, сегодня приятный и удачный день. Вероятны успехи в работе, также сегодня и заметный прогресс в делах. Не все проблемы нужно решать самостоятельно. Вам часто и охотно помогают окружающие. Порой их и просить об этом не приходится. Можно сегодня заключать сделки, в том числе и крупные. Там, где дело касается денег, стоит положиться на интуицию. В личных отношениях едва ли возникнут трудности. С близкими вы хорошо ладите. Также сегодня будет возможность отправиться в какие-то интересные поездки и сменить обстановку. Не исключено, что вдали от дома вы найдете источник вдохновения. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Сегодня подходящий день для того, чтобы поделиться с окружающими своими идеями или просто поговорить о том, что для вас важно. Вы получите поддержку даже от тех, кого прежде не считали союзниками. Сегодня будет возможность узнать что-то новое, получить информацию, которая поможет вам принять верное решение. Не исключено, что события этого дня положат начало заметным переменам в вашей карьере. Решение любых проблем, связанных с оформлением документов или посещением государственных организаций, будет даваться труднее, чем обычно. Но если вы, конечно же, не будете лениться, то справитесь и с этим. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, трудности сегодня могут возникнуть, но вряд ли испугают вас. Сил и жизненной энергии будет достаточно, чтобы преодолеть любые преграды. Как бы ни складывались обстоятельства, вы не откажетесь от задуманного и правильно сделаете. Иногда нужно не пытаться изменить ситуацию, а просто подождать благоприятного момента. Прислушивайтесь к интуиции. Она подсказывает, как лучше себя вести. Также сегодня возможны денежные поступления. Не исключено, что они окажутся больше, чем вы ожидали. Не торопитесь сегодня делать покупки. Есть шанс добиться скидок и получить более выгодные предложения. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, не все у вас сегодня будет гладко. Сегодня возможны какие-то мелкие неприятные происшествия, недоразумения, из-за которых вы будете беспокоиться куда больше, чем они того заслуживают. Любые преграды, возникающие на пути, вы можете преодолеть сами или при поддержке друзей. Также сегодня вероятны интересные предложения делового или личного характера. Не исключено, что придется заняться чем-то совершенно новым, и это вам понравится. Стоит быть осторожнее с женщинами, с ними сегодня трудно поладить. Часто возникают споры из-за пустяков, могут возникнуть финансовые проблемы. К счастью, они будут носить временный характер. Далее гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, сегодня у вас беспокойный день. Часто вы сами создаете себе проблемы, потому что не можете вовремя определиться ни с целями, ни с методами и не знаете, как добиться каких-то результатов. Иногда домашние заботы мешают вам сосредоточиться на работе, а на переговорах вы думаете о личных, а не о профессиональных делах. Но все это не помешает вам справиться с текущими делами и приступить к реализации новых планов, смелых и масштабных. Нежелательно брать на себя какие-то серьезные обязательства, подписывать важные документы. Кардинально менять жизнь тоже сегодня не стоит, если, конечно, интуиция не подсказывает вам, что действовать нужно решительно и прямо сейчас. Далее гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, у вас день будет насыщенным. Дел окажется больше, чем обычно, но все они вам будут интересны. Не захочется откладывать начатое, отказываться от каких-то планов, даже если на пути у вас возникнут преграды. Целеустремленность откроет перед вами многие двери. Деловые вопросы лучше обсуждать в непринужденной обстановке. И не исключено, что из приятной беседы с коллегами вы почерпнете массу полезной информации. Также сегодня благоприятный день для покупок, в том числе и незапланированных. Можно приобретать подарки для близких. Вы безошибочно определяете, что им понравится, а что нет. Далее гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, день подарит вам много позитивных эмоций и ничуть не меньше хороших идей. Вы замечаете то, чего не видят другие, поэтому не совершайте ошибок. Легко даются какие-то совершенно новые дела.
И не исключено, что вы обнаружите у себя таланты, о которых прежде и не догадывались. Можно сегодня обсуждать с руководством и другими влиятельными людьми важные вопросы. Нет сомнений в том, что вас правильно поймут и поддержат. Будет шанс повидаться с людьми, которые прежде были вам очень дороги, восстановить давние связи. Старый роман может заиграть новыми красками, если вы, конечно, этого захотите. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, важно не нервничать и правильно оценивать обстановку. Это позволит вам избежать ошибок, вовремя справиться с важными делами. Доверять стоит только самым близким людям и проверенным союзникам. Новые знакомые, к сожалению, могут вас подвести. Вряд ли сдержат обещания, которые так щедро раздают. Появятся новые рабочие задачи и профессиональные цели. Также сегодня будет шанс подняться по служебной лестнице. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете что-то изменить к лучшему в личной жизни. Близкие люди будут рады вашему вниманию и заботе. Также не исключены и романтические знакомства. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, у вас сегодня спокойный день. Он едва ли ознаменуется какими-то важными событиями, но время вы проведете хорошо. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми. Такие встречи порадуют вас и вдохновят. Не исключены интересные предложения, касающиеся делового сотрудничества или творческой деятельности. Но пока все договоренности носят, к сожалению, только предварительный характер. Позже условия могут и меняться. Возможны денежные поступления, неожиданные щедрые подарки. День подходит для решения финансовых вопросов. Можно сегодня делать и небольшие покупки. Далее гороскоп для знака зодиака Водолей. Уважаемые водолеи, трудности сегодня не исключены, но вы их преодолеете, если сохраните спокойствие. Здравомыслие и расчетливость как раз то, что нужно, чтобы быстро найти дорогу к цели и получить то, к чему вы давно стремились. Возможно, сегодня денежные поступления. Чтобы удачно решить финансовые вопросы, пожалуйста, избегайте спешки. Сначала взвесьте все «за» и «против», а только потом принимайте решение. Не доверяйте обещаниям мало знакомых людей. Также сегодня возможны разногласия с близкими, ссоры из-за пустяков. Постарайтесь настроиться на миролюбивый лад. Только так можно сохранить хорошие отношения и избежать взаимных обид. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, сегодня благоприятный день для работы. Особенно удачным он будет для тех, чья деятельность требует общения. Вы легко находите общий язык с людьми и на многих производите хорошее впечатление. Не исключено, что у вас появятся новые союзники. Их поддержка позволит быстро решить вопросы, с которыми прежде не удавалось справиться. Вероятны выгодные покупки сегодня и будет шанс вложить деньги в перспективу. Проект. Возможно, сегодня и романтические увлечения, отношения, которые будут начинаться у вас, уважаемые рыбы, в этот день будут гармоничными и подарят много приятных эмоций. Вечером вероятны подарки и сюрпризы. Друзья, у вас вот такой вот у нас гороскоп на 27 марта 2020 года для каждого знака зодиака. Ну, с вами, как всегда, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!